Компания Ford в Австралии провела внедорожные испытания нового поколения пикапа Ford Ranger Raptor 2018 модельного года. Машина оснащена турбомотором объем 2,7 литра мощностью 335 лошадиных сил, работающей в паре с 10-ступенчатым автоматом. Привод на машине полный. Спереди шрусы, а сзади классический неразрезной мост. Продажа машин поступит в следующем году сначала в Австралии, затем в Южно-Азиатском регионе, и только после этого Ford Ranger Raptor 2018 модельного года поступит в продажу в США и других странах мира.